Dostlar, bu yaxınlarda bir məlumatla üzləşdim internetdə. Bir neçə qrup şəxs Fuad qardaşa təklif eləmişdi ki, deputatlığa namizəd olsun. Məncə də çox gözəl fikirdi. Я вот полностью поддерживаю эту идеологию. Я думаю, что это было бы очень круто, если бы мы Фуада увидели бы в качестве депутата, избранный народом. Вот. Так как я этому человеку на самом деле полностью доверяю, исходя из его поступков. То есть, конечно, ничего личного. Вот, исходя из его поступков, то есть я со стороны смотрю, оцениваю этого человека. Я считаю, что он достоин этого поста. И иншаллах мы 9 февраля, да, по-моему, или какого? Да, где-то в середине февраля будет полностью известно, будет он избран или не будет. Вот, ну, во всяком случае. Если бы я был бы в Азербайджане и был бы гражданином Азербайджана, я свой голос отдал бы за него. Вот. Отсюда я ему хочу пожелать благополучия, иншаллах, исполнения всех планов.